Сегодня всех поздравляю с днем тренера. Желаю здоровья, удачи, терпения, чтобы вас ученик с полслова понимал, чтоб с радостью ребята приходили в зал. Пусть не пугают вас трудности работы, ученик может устать или спать охота. Ну а может он вообще с вами ненадолго. Такому персонажу подари бейсболку, он через 4 года вспомнит про брейкданс и тогда вернется в зал и обнимет вас. Через годы он поймет, что вкладывал ты душу, бейсболку задом наперед и настроит уши. Вылетит на батле и сделает свой сет, тренеру по телеку передаст привет, в зал привезет медали и дипломы, и такому тренеру респект и по-любому. Это все хорошо, но есть одна проблема: очень мало из детей, кто остается в теме. Очень много сейчас способных ребят, ну а как воспитать, кто заменит тебя? Брейк уже не хобби и не увлечение, это стиль жизни, что имеет значение. Покажем хип-хоп с лучшей стороны, ведь эта культура не зависит от страны.